А всем привет, с вами Тимоха, и у нас в ивенте Closet, это та самая певица, у нас этот ивент обновился, и теперь там можно получить две новые вещи. Вообще, там каждый день появляются новые вещи, и будут они там спауниться до 16 июля, но вот завтра, скорее всего, видос по этому ивенту не будет, а вот послезавтра, когда накопятся две вещи, я про них уже сниму заключительный видос по этому ивенту, поэтому ждите. Ну а сейчас я покажу, какие вещи мы сегодня будем получать. Первая вещь, которая вышла сегодня, это вот такой вот баллончик для граффити. Выглядит он реально прикольно и крепится на спину. Такой вот огромный баллон с краской. Ну и та вещь, которую я не снял вчера, это вот такая розовая сумочка, которая будет крепиться у нас на плечо, но тут почему-то написано, что она крепится на перед. Погнали скорее получать все эти вещи. Самые дешевые робуксы для всех. Прямо сейчас на сайте robuxpeer.com ты можешь купить робуксы, ну, очень выгодно. Всего за каких-то 10 рублей ты получишь целых 30 робуксов. Получается, курс за 1 рубль 3 робукса круче, чем где-либо. А учитывая надежность сайта RobuxPeer, ведь он работает уже больше 3 лет, я рекомендую покупать робуксы именно здесь. Переходи на сайт пристани робуксов по моей ссылке в закрепленном комментарии или отсканируй вот этот QR-код и покупай самые дешевые робуксы только с ними. Для начала заходим в этот плей, ссылка на который будет в описании, и название вы сейчас видите на своих экранах. Вот тут вот в главном лобби, где мы спавнимся, у нас есть несколько проходов с телепортами, куда мы можем пройти и телепортироваться в какой-то плейс. Сейчас мы будем получать сумочку розовую в плейсе Roblox High School 2. Мы заходим вот в этот портал и подтверждаем это. Нас телепортируют вот в этот плейс. Мы вот тут нажимаем все эти кнопочки, которые у нас тут вылезают, выбираем возраст, нажимаем там окей, типа выберите профессию за меня, все пофиг, next, next. И теперь мы должны пойти вот просто направо. Заходим в этот розовый портал, и нас телепортируют вот в такое место. Мы здесь просто это все пробегаем и бежим вот к этому стенду. Наступаем на вот эту белую полоску, и сумку дают нам в инвентарь. Теперь снова возвращаемся в этот ивент и бежим к порталу телепортироваться в Place Robits. Вот мы спавнимся в этом лобби, в главном, на главной площади, и теперь мы должны просто бежать к вот этому вот большому синему порталу. Опять же, забегаем внутрь, попадаем вот в это типичное место, вот это вот, ну просто, которое под копирку каждый плейс берет друг у друга, и Ctrl-C, Ctrl-V. И опять наступаем на вот эти вот полосочки и получаем данный баллон с краской в наш инвентарь. Вот какой-то такой у нас вышел ивент. Честно говорю, он очень скучный, мне он не нравится, он однообразный, максимально неинтересный. Но вещи в нем хотя бы не такие уж и плохие, за это я ставлю 4 из 10. Ну и также я должен сказать то, что у этого ивента бесплатно раздаются эмоции, которые мы можем забрать в каталоге. Если что, то данные реакции появляются каждый день и исчезают же опять же в этот же день, когда и появились. То есть вот у нас появилась эмоция, проходит 24 часа и она пропадает, все, ее больше нельзя получить. Поэтому, ребята, присоединитесь в наш дискорд сервер, там вы в разделе с бесплатными вещами сможете найти эти эмоции и их получать тогда, когда они выходят. Ну или же в группу ВКонтакте, там выкладываются интересные мемы, новости и прочие приколдесы по Роблоксу. Ну а если впервые, то не забываем подписываться на канал, ставить лайки за друзей и, конечно, присоединиться в наш дискорд сервер. С вами был Тимоха, до скорой встречи, всем пока-пока, удачи! И, конечно же, хочу поблагодарить тех людей, которые донатили мне на стримах, спасибо вам огромное, ребята!